Здравствуйте, дорогие земляки! Я Фоменко Людмила Николаевна, являюсь активным участником пожилых людей клуба «Надежды», комплекс «Надежда» комплексного центра города Брянска. Являюсь членом пожилых серебряных волонтеров. Сейчас я хочу песню спеть. Легкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас, наш 10-й класс закружила вьюга фронтовая. Фронтовой санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног: мы, сестра, с тобой еще станцуем. А сестра, как мел, вдруг запела вальс, голос вздрогнул, закачался зыбко, улыбнулась всем: это я для вас. А слеза катилась на улыбку. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю.